число на дорогу. Тут с давних пор почит в Боге какой-то князь, теперь святой, убитый мстительной рукой. С тех пор на праздник или на битву, куда бы путник не спешил, всегда усердную молитву он у часовни приносил, и та молитва сберегала от мусульманского кинжала. Но презрел удалой жених обычай прадедов своих. Его коварную мечтою лукавый демон возмущал. Он в мыслях под ночной тьмою уста невесты целовал. Вдруг впереди мелькнули двое и больше. Быстро! Что такое? Пристав на звонких стременах, надвинув на брови попах, отважный князь не молвил слова. В руке сверкнул турецкий ствол, нагайка щелка, как орел он кинулся и выстрел снова. Вот выстрел мне нужен. Вот идет и идет, и что такое? И выстрел снова, тогда... Как виск на пулении. Да, вот полет пули. Нет, вот он должен туда... Это я звук другой хочу. Да, давай другой звук. Давай вот и выстрел снова. Да, это все было совершенно случайно ладаться. Да, вот это правильно. Вот оно идет. Вот оно идет туда. Она летит, да, летит, да. Летит, и в конце. Взрыв. Вот это должно быть. Вот она, да. Так, пробуем, да? Давай. Но потом вот этот полет, вот это и выстрел. И снова должен быть какой-то аккорд, который разрешает там. Тогда смотрим, значит, это самое. Вдруг впереди мелькнули двое и больше. Что такое? Пристав на звонких стременах, на бьюнах, на брови, попах отважный, князь не молвил слова. В руке сверкнул турецкий ствол, нагайка щелк, и как орел он кинулся и выстрел снова. Свет теперь ласкает бесплотные взоры в очи. Он слышит райские напевы, что жизнь и мелочные сны, и стоны, слезы бедной девы для гостя райской стороны. Нет, жребий смертного творения, поверь мне, ангел мой земной, не стоит одного мгновения. Я буду
Yeah.